Вы сами выбираете, как людей, которые делают популярными. Спасибо. Ну, это Клауд, да, это Клауд. Сразу понятно по первым ноткам. Она косит, да, под Фарика. Красный помидор, все. Да я не косила, оно само получилось. Мы как минус нашли, типа... Грустная тебя, грустная Лизка. Лизка. А, блядь, не помню свой текст. Так, часто бесит, не надо нагинаться. Оно так тихо. Вам слышно вообще, нет? Мне понравилось слово нагинаться. Вот его редко кто использует, но оно такое. Это как у фараона, опять-таки, скучно, нагинаться. Понимаешь, скучно, нагинаться. Это из одного разряда слова, скучно. Это приятно было. Ну, а ты его, видимо, привык. Я просто люблю по языку заебываться. Он там потом доебется до рифмы, я сейчас буду об это оправдываться. Не слышно громче, плиз. Да у него сама запись по себе. Вот мне нравится эта фраза. Вставки сзади, ты чмо. Ну, это да, межстрочник такой, типа, втыкать. Ты чмо, пидор. Лох, пидор. Ты не сладкий, ты приторный. Мне вот понравилось это словосочетание. Там будет завод. Ну тут так себе рифма пару лет назад, забор, не вернуть завод, назад. Блядь. Ивангай пару лет назад, не вернуть назад. Короче, еще. Сейчас напишу. Дима, спасибо за положительный отзыв. Вы можете обратить внимание, как здесь человек заебался по цветокору немножко. Вы зацените. То есть, неестественно, цвета зеленки подменены на фиолетовые. Вот в этих мелочах он дьявол, как известно. Там дальше будет момент, который я вообще не увидел с первого раза. Это где-то в конце, да, будет? Я попрошу обратить внимание. Лиза, как хочешь, чтобы твоих подписчиков называли лизуны или кейсы? Помидоры? Ну, да нет. Да слышно. Не, есть фразы, как бы такие нормальные, вброшенные, прям вообще. По рифме, конечно, слабовато местами. Он не доебался до цветокора, наоборот, говорит, пиздатый цветокор. По большей части. Я как рэпер с годовым стажем. С полуторагодовым. А, ну, вверх свет на весь не писал. Ну, как бы я и до этого писал всякие песенки, но они были уже там больше, чем год. Была форма. 15-й год. Нет, 16-й год, январь 16-го года. Я кто из вас, блядь, вообще в 13-м полтора. Году был подписан? А ты ходишь по округу со всеми, как шлифанул, вот тебе черешь печень с ютуба, вот. Ну, типа, странно. Он как раз доебался до цветокора. Чё? Он там в конце будет говорить о том, как пиздато сделано. Ну ладно. Отстаньте. Чё вы? Вот. Дима, как ты относишься к Лиске? Лиска, по-моему, прикольная достаточно. Мне кажется, ее может среда немножко попортить. Вы поняли? Я прикольная. Вот по средам я испорченная, а по четвергам заебись. Понятно? Меня